Все. Ну вот, все, ребята, сказали, сейчас подойдет. Напоминаем, директор магазина, просьба подойти к призовому отделу, вас ожидает. Руки убери. Руки убери. Зачем это делать? Это нарушение правил. Сейчас подойдет директор. Не надо тут концерт устраивать. Кто, что Глеб предназначен? Нет, зачем нарушать? Зачем где ваши бэджики? Почему? А бэджики покупателя? Ну кто вы, покупатели? А что вы тут концерт устраиваете? Концерты идут в концертном зале. Вот в том-то оно, вы мешаете людям. Здесь не концертный зал, здесь магазин. Вот в том-то оно, что здесь магазин, вы мешаете людям. Зачем вы кричите? Каким людям мешают? Зачем вы кричите? Каким? Кто мешает? Кто кричит? Я понимаю, я не интересуюсь вашей... Надо спорить с нами. Зачем вы так делаете? Там им что, не трогайте тележку, не трогайте. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин Дим продает товары с истекшими сроками годности. Сначала. Нет, вы кто такой? Знаете, когда женщина лезет в чужой пакет, я представляю. Представьте, кто ты такая, бейджик где, какая должность? Не надо, мне как зовут, как фамилия, имя, отчество? Руками кто давал трогать? Нет, зачем вы нарушаете? Руками кто? Это наше имущество. Мужчина, я к тебе не лезу в карман рукой. Не лезу. Я к тебе в карман не лезу, ты в мой пакет полезла. Понимаете, вы специально провоцируете. Серьезно? Провоцируете. То есть нарушают наши права, мы спровоцировали чем? Тем, что пришли. Мы пришли в магазин. Вызывайте газету. Нам продали просрочку. Нам продали просрочку. И мы этим командуете. Я сотрудник магазина. Зачем вы строили этот бардак? Чего командуете? Что она скажет? Представьте. Это директор походит. Я и вам сказал, что зафицер тогда. Я не Александр. Подтверди свои полномочия. Вы будете подтверждать свои полномочия. Она не представляет. Вы есть у вас хотя бы? Это не обязательно условие. Почему она не подтверждает? Это не обязательно условие ношения пояса. Почему в магазине продают просрочку? Покажите, покажем уполномоченным лицам. Покажите, пожалуйста. Директор, например, придет подтвердить свои полномочия. Это вы к нам подошли, не мы к вам. Я вам подтвержу, если вы Вот ты понял, там отпрыгнул. Сережка здесь, как бы пришел деловой. Я покупатель. Женщина, держите дистанцию. Почему на полтора метра отойдите. Полномочия? Почему она не представляет с нами? И что? Я вам представила. Почему она не представляет? Почему продают просрочку? Почему пытаются чек, который является документом покупателя, у нас забрать? Мы не забрали у вас. Он у вас в руках, извините. А вы всю ситуацию видели? Псевдозамдиректора. Он у вас в руках. И покажите товар, который вы говорите, что просрочен. Покажите. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Напоминаем, будьте осторожны, магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Вы не имеете права вводить в заблуждение. Ты что кричишь? Вы не имеете права. Что вообще чужое оборудование трогаешь, а? Ты что оборудование чужое трогаешь? Я тебе не тыкаю, понял? Ты оборудование чужое трогаешь? Я тебе не тыкаю, понял? Ну и отойди отсюда. Я покупатель обычный. Вот и отойди, не трогай ничего оборудования чужое. Ты меня обманываешь, понял? Я покупатель. Ты его купил оборудование-то? Буду дальше тыкать, будешь орать. Да что ты говоришь? Такое говорю, понял? Да оборудование, какое имеешь право? Какое право ты имеешь вводить в заблуждение покупателя? Уверен? Уверен. Да? Докажи свои. Докажи, что они тебя обманывают. Тебе, кто как такой? Работнику, как, я не работник, такой? Я покупатель. Ты кто такой? У нас рояль, я покупатель. Мы по обычному, понятно? Вот иди покупай дальше. Я пошел к товарищу. Иди покупай. Да вы мошенники и обманщики, серьезно? Понятно? Ты уверен? Серьезно? Мошенников ответишь в суде? Отвечу. Давай, докажи то, что здесь обманывают покупатель. Ну все, твои слова сняты, что мошенники. Мошенники. А вот сейчас выяснится, что не мошенники, будет отвечать. Так выясним сейчас, это все выясним. Сейчас выясним. Не вопрос. Не вопрос. Хоть деловой, а? Дела, что же нашел? Тело. Я не знаю, Александр ты или Василий, или Акакий. Почему тело? Я человек. Любой предмет, любой живой, неживой, одушевленный, неодушевленный, является телом. А что вы слушаете покупателя? Вы слушаете покупателя. А, ты покупатель, да? Я покупатель. Ну иди покупай дальше. Я покупатель. Покупатель. Я покупатель, что непонятно? Кричите, иди Лугунишко покупай. Не покупатель. Лугунишко, а не покупатель. Вот его коллега. Сотрудники магазина. Ну мы вас не вызывали, поэтому к нам какие-то... На громко, на полностью громко. Микрофоны
начинаешь говорить, что продают просрочку. Я говорю, делайте, не надо так делать, провоцируйте. Все равно, а не надо сообщать, что говно магазин торгует, да? Магазин слышит, люди начинают обращать внимание. Все же записывается, делать. Вот, все записывается. Все записывается, что у нас, да. Люди шоки просто обращают внимание. Вот верните свои полномочия, зам директора, назвали? Я могу подтвердить полномочия, вот, сотрудник отвалит. Думали, что сейчас вышибало приедут? Здравствуйте. Ничего подобного. Это не вышибало. Группа. Не вышибали. Либо участковый по адресу маршала Жукова. И что, чтобы вам лица? С чего все началось? С вашей уборщицы? Хорошо. Нет, подождите, хорошо. Которая трогает тележки покупателя. И трогает товары покупателя. Я не спорю. Она имеет это право? Я не спорю. Я вас спрашиваю, имеет ли ваш сотрудник право трогать чужое имущество? Но вы кричали. Товары для детского. Кто кричал? Так не позволяет. Все началось с чего? Вы взяли хорошо директора. Вам сказали, потому что вы нарушаете закон. Хорошо, может не будет. Но есть по-другому, много по-другому способов взять и наказать. Зачем вы начинаете? Вот и будем сейчас наказывать. Хорошо, можно наказать по-другому, но не надо провоцировать. Мы этим способом накажем, чтобы все видели и слышали. Зачем? Значит, зачем? И так будут слышать и видеть. Чтобы больше штрафа получить, а не просто это делаться пальчиком. Никто пальчиком не делается. Есть правила, есть закон. Вот, ну вот и будем в рамках закона. Но это же незаконно. Законно. Законно. А, ты понимаешь, здесь нет времени, руками не надо трогать. А то уже некоторые ответили за превышение полномочий. Кто превышает полномочий? Не трогайте руками. Вот, все абсолютно в рамках правого поля. Время детское, 10-11 вечера еще нет. Можете нам зачитать, что сотрудник? Не обязан, нет оснований представляться вам. Мы информируем сегодня покупателей о наличии тухляка в этом магазине. Подождите 5 секунд, я показаю. Послушаю, подождите, я показаю. К ним вы приехали, к ним. Нет. Пусть показывают, пусть наклевещут побольше. Уважаемые покупатели, будьте осторожны, магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Покупатель, представьте. Обязан? Покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует огромное количество товаров с истекшими сроками годности. Сейчас человек закончит и все. Все, можете, можем разговаривать. За клоунов сейчас ответишь. Не, тихо, я не боюсь ходит. Тебя. Не боюсь. Уборщица, отойдите от нас. Вы хорошая семейная фото получится. Так, где шабры? Отойдите, пожалуйста. Дайте мне убрать. Ну что, смотрите, мы стоим. Девушка, женщина, успокойся, пожалуйста. В своем уме это вообще, а? Так, давай вот это здесь, чтобы все сухо и наполнилось. Вообще все оборзевшие. Нет, хочется к вам приятно. И покупатель, который покупателем не является. Успокаиваемся. Руки свои. Убрала от пиджака. Не кричите, пожалуйста. Люди, не скандальте. Пошла вон отсюда. Зачем вас оскорблять? Ну что это такое? Вон пошла отсюда. Будет чистый пиджак с вами. Берешь перчатки. Девушка. Она здесь лапает. Зачем? Вообще, что приборзела. Нафиг иди с вами перчатками. Вы мешаете сейчас кинжалку будешь оплачивать. Пиджак дороже твоей жизни стоит. Вы только что трогали вот это вот ведро своими руками. Клоун. Клоун? Да. Это профессия, кстати. И довольно-таки заслуженная профессия. Все молодые люди. А говорят на то, что они вроде как купили просрочку. И не вызвав директора, включили громкоговоритель и на весь магазин стали покупателей вводить в заблуждение, что здесь одна просрочка, срочно директора. То есть, когда я к ним подошла, значит, они мне тыкали. Другого заместителя, который тоже подошел, они оскорбляли. И, значит, требуют, чтобы я подтвердила им свои полномочия. По-другому они со мной разговаривать не хотят. Так, а что они купили? Они мне не показывают.
Потому что вы еще не подтвердили свои полномочия. Может, вы уборщица тоже? Кирилл, я тут отсутствовал чуть-чуть. Кому капитан сначала? К ней подошел, да? Да. То есть не к заявителю. Нет, капитану то же самое. Скажи, скажи прямо сейчас. Руки свои убрала. Мужчина. Руки убрала. На полтора метра отойдите от руки убрала, крылья били машину. На полтора метра отойдите от меня. Скандал, да. Товар был требован. Капитану то же самое скажи. Разгордись тоже. Они ничего не украли, ничего. Еще раз повторяю. Товар был сильно приобретен. То есть он не к заявителю? Пошел. Вот они хотят крови. Замечательно. Интересно, девки пляшут вообще. Они нас оскорбляют. То есть он не хочет. Пишите заявление. Он хочет идти к конечно, заявителю. Однозначно. Устанавливать, кто заявитель. Видимо, он крышу. По какой карточке приехали? Он к первым по какой карточке приехал? Вот к этой бабе, которая представилась заместителем директора, не подтвердив своих полномочий. Александр, не оскорбляйте, пожалуйста. Ну, человек исполняет служебных обязанностей. Зачем оскорблять? Я излагаю свое собственное мнение. Ну, это ваше мнение. Вы можете культурно. Да, у меня еще второй человек. Да хоть весь коллектив он решает. Да, и 30 бланков. Нам два. Вы тоже звонили? А вы кто? Я дежурный 64-го отдела полиции, капитан полиции Рожи. Какой? Он вот. Так надо было так еще раз, делать, наверное. Я звонил. Меня и по какой звонили? Карточке приехал? Я звонил. Я приехал еще... по карточке директора магазина. Еще раз, пожалуйста, нечетко фамилия, я слышу, маски заглушают, к сожалению. Что? Фамилию, имя, отчество, пожалуйста, почетче. Вот он, личный жетон. Нет, это жетон 003-573, фамилия, имя, отчество. Пишите, Разживин Михаил Владимирович. Разживин? Совершенно верно. Разживин Михаил Владимирович, верно Совершенно я услышал? Верно. Хорошо. Вы по какому поводу звоните? Значит, смотрите, Михаил Владимирович, данное торговое предприятие нарушает грубейшим образом права потребителей. Я совершил покупку сегодня в этом магазине, покупку продуктов питания. В этой покупке есть и товары для детского питания. К сожалению, все товары, которые я приобрел, оказались с истекшими сроками годности. После этого приходит какая-то женщина без бейджика, начинает рыться в моем, вот в моих покупках, это мое имущество. Меня это оскорбило, естественно. Оказалось, что она уборщица. Она начинает трогать своими грязными перчатками мой чистый пиджак, видимо, желая в судебном порядке оплатить химчистку. И никто не представляется. Нам сказали, что мы должны подойти вот с этими чеками, вот в этот отдел, предъявить чек. И тут у них какая-то лотерея проходит. Вот этот лохотрон крутит. И у нас, оставляя нам копию чека, забирают, пытаются забрать оригинал чека. Мы говорим, как же так, этот документ... Договор купли-продажи, по сути, он им является. И как вы имеете право у нас его отбирать? Представьте, говорим, вот эта девушка, представьте, пожалуйста. Она отказалась, она позвала уборщицу. Подошла вот эта вот полного телосложения, на мой взгляд, хабалка, которой вы сначала подошли, представилась заместителем директора. Я говорю, у вас просрочка, покажите, говорит. Я говорю, подтвердите свои полномочия, у нас даже бейджика нет. Я сотруднику полиции буду подтверждать свои полномочия, ты покупатель, ты никто. Я не буду подтверждать полномочия. Я вызвал полицию. По какому поводу? По поводу нарушения. Смотрите, здесь нужно что делать? Составить протокол осмотра места происшествия, так как мы... Вы заявление писать будете? В устной форме подам вам заявление. Вы заявление письменно писать будете? Вы письменно писать будете, с моих слов, согласно 736 приказу. О чем? О том, что все товары оказались с истекшими сроками годности, что я усматриваю здесь признаки преступления, согласно 238 статье Уголовного кодекса, часть 2, пункт Б. В своем заявлении я попрошу перенаправить данные материалы по подведомственности в Роспотребнадзор согласно 879 приказу МВД. Вот, то есть протокол осмотра места происшествия, так как граждане усматривают признаки преступления, передача материалов в Роспотребнадзор, это или в отдел изъять, или взять с них сохранную расписку. Это ваше. Что наше?
Вы бездействовать будете? Я сейчас Горшему скажу, у вас Горший тут такой есть лейтенант. Он, короче, среди мусоров авторитет. Он приедет, всех тут расфигачит. Звоните. Вот, ну, не самому Горшему, есть общий знакомый. Горший у вас такой есть, он же есть, да? Звоните. Я не знаю такого. Работает такой в ментовке? Это ваш товар. Вот, лейтенант Горший. Пока да. Ну, о чем вы говорите? Сохранная расписка с кого? Они нам сделают возврат денежных средств. Этот товар уже будет их. Так как ваши гражданско-правовые отношения. Подождите. Возврат, не возврат. Гражданско-правовые отношения, то, что я претензию в досудебном порядке, что вы заявление писать будете. Попробуйте только меры не принять. Вы заявление писать будете? Вы будете писать. Я его вам продиктую, вы напишите. Пойдем в отдел слов. Полиции. Какой отдел на полиции? Место пришествия здесь происходит. Хорошо, капитан. Ваши документы. На каком основании? Мои документы. Я сейчас заявитель, я сейчас могу не подтверждать свою личность. Предоставьте ваши. Если я с собой не ношу документы, это меня лишает права обращения в МВД согласно 736 приказу. Документов вообще никаких нет. Не знаю. Может, есть, не помню. Вы слышали, что я спросил? У вас документы есть? Ну, вы спрашивать можете все, что угодно. Вы ключи от моей виллы в Испании можете спрашивать. Я их вам тоже обязан прям цель предоставить. Цирк устроить, или вы будете нормально? Чтобы вы нормально реагировали. Цирк сейчас вы устраиваете. Не дай бог, не будут приняты меры. А он обязан их давать? Кроме всего прочего. Кроме всего прочего. Он обязан? Смотрите, Михаил Владимирович. По какому закону? Вот подходит человек, представляется контролером. Приходит человек другой с серьгой, пытался тут с ним подраться. Представляется охранником. Естественно, вот по факту нарушения прав потребителей я буду действовать в гражданско-правовых отношениях в досудебном порядке. А потом и, естественно, исковое заявление в суд подам. Но, кроме всего прочего, контролеры, охранники, особенно охранники, просто говорят, я охранник, и не показывают удостоверение охранника, личную карточку охранника. Я думаю, здесь в Росгвардию, да, как в разрешительный орган, нужно еще обратиться по этому поводу. Но будет второе заявление, где я попрошу установить, на кого в суд подавать, я не знаю, охрана. Да, охрана нанята самим магазином, самим юрлицом, да, СИЗОР, кто у нас юрлицо в чеке. ООО «Приморская», город Санкт-Петербург. Или у них заключен договор подряда с неким ЧОП, частным охранным предприятием. ЧОО, частная охранная организация. Наименование юрлица охраны. Это надо установить будет также. По этому поводу будет второе заявление. Будете обращаться? Да, давайте найдем свободное место, где вам будет поудобнее это сделать. Стоите, рассказывайте.